В моей жизни был фантастический Новый год. Это было очень давно, который мы с друзьями отмечали в лесу. У нас была настоящая, живая, во всех отношениях живая елка. Мы ее слегка нарядили. Костер, шашлыки и даже немного танцы до тех пор, пока в магнитофоне работали батарейки. Я до сих пор мечтаю когда-нибудь повторить это маленькое безумство. И именно этого, спонтанности и небанального подхода к жизни я вам желаю, друзья. С праздником! Счастливого Нового года вам!